Всем привет! Это канал «Разговор с Богом». Сегодняшнее видео я посвящаю тому, как мы можем видеть через фото судьбы людей. В эзотерике это называется ясновидение, либо видение, появляющие образы, безмысленные в голове, когда мы выкидываем все мысли, мы говорим о том, что действительно не можем знать об этом человеке, но видим это. Вот и все. Объяснить это очень сложно. Но я думаю, вы поняли, о чем я хотел сказать. Человек, который меня попросил об этом рассказать, я уже рассказывал ему об ней, в общем-то, рассказал по фото на телефоне. Но я люблю, конечно, работать с бумажными фотографиями, которые ты можешь ощущать. И лучше всего, конечно, с человеком поработать, но, к сожалению, нет такой возможности сейчас. Возможно, когда-нибудь получится, если она разрешит снять ролик, я сниму. Но сегодняшний разговор будет просто некоторые вещи, которые она попросила мне сказать. Я не буду говорить ими, потому что никогда этого не произойдет, если человек сам не захочет этого. А пока разрешения особого не было, поэтому буду говорить просто, как это делается. Мы настраиваемся на определенного человека, мы знаем его имя, фамилию. Иногда, конечно, бывает, что мы не знаем этого, но это уже другой вопрос. Возможно, когда-нибудь я сниму и этот ролик по поиску людей. А сегодня мы хотим рассказать об этом человеке и какие вопросы это интересуют. Ну, в общем-то, можно приступить к этому вопросу. На видео вы сейчас не увидите, возможно, когда я сниму еще дополнительное видео, и вы увидите, что одна рука у меня направлена на фотографию, а вторая направлена вверх. Что это значит? Я питаюсь знаниями из космоса. Но не обязательно эти знания могут быть происходить из космоса. Но в данный момент именно это и происходит. Вижу. Работа. Офис. Серьезная работа. Вижу переезд. Новая квартира. Балкон. Деньги хорошие. Получать будет этот человек.
2025 год. В общем-то, это маленький ролик, такой небольшой. А если вам понравился то, что я делаю, и другие ролики посмотрите, ставьте лайки. Кому не понравился, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, зависит от друзей. Мы будем создавать канал все лучше и лучше. И будет все интереснее и интереснее. И еще ставьте комментарии обязательно. Таким образом будет развиваться мой канал. И думаю, в дальнейшем будет еще интереснее, так как у меня приобретено будет больше оборудования и все остальное. А я с вами прощаюсь. Всем пока.